выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, который сбежал из республики из-за подозрений в гомосексуальности, попытались похитить в Санкт-Петербурге. Полиции удалось задержать злоумышленников. Сейчас они находятся в отделении, сообщает в пятницу, 13 июля, «Новая газета». Как отмечает издание, среди похитителей 20-летнего молодого человека были его отец, бизнесмен Эли Ахмадов, а также сотрудники полиции, по утверждению очевидцев, неславянской внешности. Зелимхан жил в квартире-убежище, которую ему предоставили правозащитники из российской ЛГБТ-сети. Днем в пятницу он вышел из дома, чтобы вынести мусор. В это время его схватили и затолкали в машину. На родине молодого человека несколько раз незаконно задерживали и избивали. Сотрудники чеченской полиции заявили родственникам Ахмадова, что считают его геем. По словам пострадавшего, стражи порядка призывали его брата совершить убийство честно. В начале апреля 2017 года в «Новой газете» вышел материал о том, что в республике гомосексуалов задерживают, отправляют в тюрьмы, пытают и убивают. Позже в издании составили список из 22 пострадавших. Чеченские власти не подтверждали эту информацию и называли сообщения журналистов провокацией, а пресс-секретарь главы ЧР Рамзана Кадырова Альви Каримов утверждал, что в Чечне геев нет. Точка. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.